Друзья, всем привет! Ну, посмотрите, как он, послушайте, как он поет. О, услышал меня. Сидел, на все голоса пел. Утром были, самочка где-то улетела. Ветер сегодня. Жизнь у них идет своим чередом. Вот как вот, вот она прилетела. Красотулька. Ладно, пусть сидят. Сегодня у нас ветерок. Так, смотрела, гисметео было плюс 7. Сейчас на градусники еще не смотрела. Баню еще не открывала. Так-то я управилась. Я вышла на веранде, мне помыть надо. Этот бусурман бегает. Мне следит. Тут следы бесконечные. Вон он сидит. Видите, что? Вот эта белая штучка, они ее, плед, они ее уже замацали. Стирать надо будет. Ну, уже как подсохнет двор, тогда я уже это постираю. Лапки будут чистые. Сейчас у него лапы грязные. Вот. Туда-сюда, туда-сюда, как метеор носится. Я вот вынесла тряпку со шваброй. Иди в дом, иди. Господи. Шамила. Мыть буду. Друзья, начало месяца. Я пошла в деревню. Платить по счетам. За телефон, за свет, за воду. Ну, за все, короче. Грязь такая, одела сапоги резиновые. В ботиночках не пройдешь. Утонешь. Ой, я даже боюсь идти. Сейчас завязну где-нибудь. Сейчас я вам покажу дорогу. Ну что, только до перекрестка, до автобусной остановки. А дальше там плиты наложены. Там уже твердое покрытие. И грязи не будет никакой. Вот наш перекресточек. Наша вот эта вот дорога до перекрестка. Самая грязная. Вот видите. Пойду сейчас по этой дороге. На мне сапоги вот резиновые. Видно, нет? Это наша неотъемлемая часть в деревне. Галоши, сапоги. Ну все, пойду по надкраешку здесь вот буду идти. Где по травке, там, наверное, сверну на обочину. Доберусь как-нибудь. Друзья, я уже вернулась. Заплатила, на почте купила газеток. У меня нет газет. Смотрю, вон такие окна грязные с улицы, страшно. Прям вот так вот, налет какой-то на них грязный, их надо мыть. Так, газет купила. Ну так, зашла в магазинчик. Все, все понемножку. Булочка хлеба. Я спросила, сколько хоть хлеб у нас стоит. Ну, 37 рублей хлеб стоит. Так, взяла. Кошкам взяла корму. Я не знаю, чем их кормить. Я сейчас готовлю. Очень мало. Практически ничего я не варю. Утром рыбку жарила, остатки. И все, я не хочу больше. Буду котам раздавать. Я наелась, я ее. Горячее что-то, ничего не варю. Я не знаю. Надо что-то сварить. Так. Сметанки вот взяла. Нашей купинской. У нас сметана хорошая. Так. Конфеток немножко взяла. У меня, видите, что осталось? Вообще выбора никакого нет. Одни эти хрустящие, сосательные, я их не люблю. А здесь шоколадные взяла. Ну, помаленечку. По 367 рублей килограмм. Ну так. По щепоточке. Тех немножко. Хоть когда с чаем попить. Хочется тоже иногда. Так. Ну и все. А, вот еще. Колбаски, молочная колбаска,
Я говорю, ну, грамм 200 хоть. Ой, как вкусно пахнет. Не знаю я почем. Пахнет вкусно. Молочное. Вот, дальше что еще купила? И кусочек сыра с чаем. Вот это будет моя сегодня еда. Колбаска, сыр, бутерброд сделаю. Поем и все. И вся еда моя. Так, ну и все, больше тут мне ничего нет. Я больше ничего не брала. Лазила в погреб с утра. Достала вот такую чашку моркови. Думаю, помаленьку надо, вот начала пропадать. Помаленьку надо ее убирать. Я ее буду, я сейчас помою ее, начищу. И на мясорубке такая у меня есть, вставляется, где шинка. Ну, не руками шинковать, а. Ну, на мясорубке такая штучка есть, я прокручу. Полезла в погреб и смотрю по фундаменту, а так с этой стороны стекает вода. В погреб вода пошла. Думаю, елки-палки, вроде бы уже нету луж на улицу, тут во дворе уже нету. Неужели она это, у меня наполнится погреб? Там же картошка, надо все вытаскивать. Но буду следить, в течение дня буду смотреть, если вода эта будет идти по фундаменту, так вот она будет заполнять же погреб, будем картошку тогда вытаскивать. Ну, это я намою, начищу и нашинкую на мясорубке. Так, ну пока все, попью чай, сделаю бутерброд, перекушу, у меня столько работы, за оградой куча золы, зиму же я всю таскала, и ее надо мне разбросать по ямкам. Где ямки? В калитке прямо там выбилась я прям ногами. Вот такая яма, надо засыпать ее хоть этой золой, чтобы утрамбовалась и сравнялась. Ну и так, мало ли куда, везде золу. Каждый год мы вот это все разбрасываем по ямкам, все. И все куда-то уходит. У нас такая местность, что все куда-то уходит, как будто и не сыпал, и ничего не ложил. Начистила вот целый разнос или поднос, как его называют. Так, сейчас мне нужно порезать ее, наверное. Достала запчасть. Ой, один раз только я ей пользовалась. Вот так вроде бы, вот так открывается. Вот такая вот терка. Вставляется. Бах. Так, а как же сюда, наверное, надо повдоль, наверное, резать, что ли? Я уже забыла, как делала. Вот такими, наверное, вот так вот, наверное, вот так вот, наверное, резать. Наверное, вот так вот бросать. В общем, сейчас я буду пробовать, что у меня получится. Достану мясорубку оттуда. Намыла все эти, все очистки, выбросила курям. Сейчас вот эту покрошу, морковь, надо печку затопить. В то время у нас уже 2:30. Еще печка у меня не топленная. Собрала, сейчас попробую. Что здесь у меня получится? Получилась полная. Насвинячила немножко. Сейчас буду мыть. А эту сейчас по целлофановым пакетикам. Сладкая. Сейчас маленечко с сахаром себе доведу. По пакетикам. И где-то я видела, накладываешь пакетик, разравниваешь и вот так вот его квадратиками делишь. Квадратик взять, остальное пусть лежит. Я попробую так. Ну вот, с морковкой. С этой управилась, там остальную надо доставать. И так же самое ее переделать. Друзья, я делаю вот так вот. Разравниваю.
подворачиваю краешки. У меня нет специальных пакетов, которые на замочке, обыкновенные мешочки. Так разровняла, воздух выдавила, спустила. Вот так вот линеечкой делю. На квадратики. Вот так. И когда надо будет, этот отломил квадратик, он будет хорошо отламываться. И я вот на досточку разделочную положила. И так в заморозку отправлю. Вот. И так я ее отправлю в заморозку. Видите? Квадратиками. На улице 10 градусов. Тепла. Я вышла набрать дров. Сейчас дровишками немножко подтоплю печку. Ой, а коты что делают? Орут дурниной. Свадьба, что ли, у них? Гляньте. Один по одному ходят следом. Все взъерошенные. Ой-ой-ой. Идите отсюда. Кошачья свадьба. Ветер. Вот эту золу мне нужно разбросать. Там вон ямка засыпать. Так, куда еще? Вот сюда вот. Видите, я досочку бросила. Здесь вот низина. Ну, вон там я вот это сыпала в низинку. В общем, надо разбросать. Сегодня пока не буду. Там еще сверху вроде бы оно уже будет браться, а под низом там еще лед. Пусть еще полежит немножко. О, ветрюган какой, видите? Шумит лес. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Пойду за дровами, подтоплю печку. А вам желаю всем крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.